А капризы погоды на этом не закончатся. В ближайшие 3 дня зонтики носить с собой придется жителям сразу нескольких регионов. При этом для одних они будут защитой от дождя, а для других от палящего солнца. Быть начеку. Метеорологи советуют жителям Алматы, Алматинской области и Восточно-Казахстанского региона. Здесь температура будет обычной для этого времени года, но с кратковременными дождями и грозами. А вот жителям южных регионов, а также Мангыстауской области придется изнывать от жары. Немного дождя будет и в центральной части, и в столице. А вот в северных регионах метеорологи прогнозируют прекращение осадков, так что можно будет планировать выезд на природу.